Тверская область активно включилась в федеральную акцию «С Новым годом, ветераны». Инициированная партией «Единая Россия», она направлена на тех, кто с оружием в руках защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Михаил Андреевич Коптев воевал на Дальнем Востоке. Громил японцев, которые, по его словам, отступали просто стремительно. Сейчас ветеран проживает в Твери, в одном из домов на набережной Никитина. Гости у него бывают нечасто. Тем приятнее стал визит депутатов Олега Лебедева и Дмитрия Нечаева, которые навестили в канун Нового года. Побольше было здоровья, чтобы внимание родных и близких было. Потому что ничем не заменить, вы знаете. Да, конечно. Внимание родных. Ну и мы хотели бы вот поручение выполнить и от себя, и от губернатора, и от председателя ЗАГС собрания, от нашей. Вручить вам вот такие вот. Спасибо. Праздничные сувениры. Сейчас в Тверской области насчитывается около 400 непосредственных участников Второй мировой войны. К сожалению, в силу естественных причин их число неумолимо сокращается. Осознавая это, партия «Единая Россия» постоянно проводит акции в поддержку фронтовиков. С Новым годом, ветераны – одна из них. Члены партии, а также волонтеры в канун праздника приезжают к победителям нацизма и японского милитаризма и привозят им новогодние подарки. Для них очень ценно даже не столько вот те подарки, которые мы им дарим, там наборы какие-то, да, там конфеты, пряники, шоколад. Им важно внимание. Они очень хотят, чтобы они были услышаны, чтобы вот то, что они в своей жизни видели, то, что они претерпели, то, с чем они боролись, чтобы это больше никогда не повторилось в истории. Акция «С Новым годом, ветераны» стартовала 24 декабря и продлится ровно неделю, вплоть до 31-го. В «Единой России» отмечают, что без внимания не останется ни один из проживающих сейчас в Тверской области участников Второй мировой.